Всем привет, меня зовут Захар, капитан команды «Прометей». Сегодня мы находимся в Барыше на турнире Strong Challenge. Это первый вызов. Четыре команды участвуют, в составах по 13 человек. Это такой турнир для больших команд, которые могут себе позволить такие большие составы. Идея родилась от того, что местный клуб «Стрелок» и команда «Застава» пригласили поучаствовать в каком-нибудь мероприятии у них, ну и, соответственно, на их территории. А так как они предложили просто шикарный полигон, который вы увидите в этом ролике, все очень быстро срослось. Самое главное – это честная игра, ребят, не забывайте. Нам всем друг с другом еще жить, развиваться, поэтому играем честно, играем в лазертаг. Организация вообще шикарная, то есть тепло, вот костер и чай, и поесть есть ребятам, и вообще замечательно. Организация, я думаю, прям на 5 с плюсом, действительно, приятно очень. Видно, что ждали с любовью, да, очень приятно. Сегодня мы открываем турнир, новый турнир Поволжья Strong. Вот. Дебютирует он у нас на барыжской земле. Мы очень рады, что приехали такие команды, как «Скиф», «Прометей», «Легиона». Команды очень сильные, достойные все на победу, но мы тоже будем стараться, стараемся не подвести. Очень все прикольно, кашка вкусная, костер горит. Нет, играли сейчас первую игру с барышом, очень достойная команда, отыграли хорошо. Никаких замечаний не было, мы их выиграли. Ребятам желаем дальнейшей удачи, вот. Будем идти сейчас на победу. Вот, «Легион» – сила, «Барыш» – сила.